Друзья, всем привет! Мои коробочки, осторожно, сладенько, специально для вас на Новый год. Кто еще не знает, вот так она выглядит со всех сторон. Красиво, празднично, нарядно. Давайте заглянем вовнутрь. Ну, а внутри, конечно же, мед. 9 разных сортов, абсолютно разные, никак друг на друга не похожи. Есть светлые, есть еще кристально чисто прозрачные, не закристаллизованные. Есть уже закристаллизованные, тверденькие, есть очень яркие, вот такие желтые. На вкус тоже абсолютно не похожи друг на друга. Есть и першащие, и нежные, и спокойные, и мягкие, и грубоватые. В общем, вся палитра вкусов, оттенков и цветов. Внутрь идет вот такая инструкция, описание всех сортов, всякие интересности про пчел и помет. Ну и, конечно же, теперь это уже интерактивная игра. Я хочу, чтобы вы побыли с вашими друзьями, а может быть и всей семьей, или же просто самостоятельно медовым сомелье, чтобы вы попробовали все эти сорта и погрузились в культуру меда еще сильнее. В общем, это не просто мед, это коробочка с большим глубоким смыслом. Этот набор вот с такими баночками стоит 1600 рублей. Эти баночки по 155 грамм. Здесь ровно 1400 грамм или же литр. Но есть наборчики чуть-чуть поменьше. Они выглядят точно так же. Баночки вставляются прямо вот сюда. Выглядит все то же самое, но баночки поменьше. Набор с такими баночками стоит 1200 рублей. Здесь 900 грамм будет. В каждой баночке по 100 грамм. А если осторожно сладенько выберете кому-то на подарок, то вовнутрь мы можем вложить вот такие поздравления, послания от вашего имени. Абсолютно любой текст, какой хотите. То есть будет внутри лежать целых две бумажечки, описание сортов и ваше поздравление. Это абсолютно бесплатно, просто так. Что хотите, то и напишем. В общем, вы уже поняли, что осторожно сладенькое – это идеальный новогодний подарок. Как себе, как своим родным, близким, друзьям, знакомым, или же как корпоративные подарки. Если вы хотите приобрести себе, то пишите в личные сообщения, или же в шапке профиля есть переход на добросотком. Я вас буду ждать. Ну все, всех с наступающим!